Кто сейчас является вашими ключевыми инвесторами? Добрый день, здравствуйте. Я представлюсь. Меня зовут Николай. Мне 30 лет, я женат, у меня есть маленькая дочь, которую я очень люблю. Отвечая на ваш вопрос, кто является нашими ключевыми инвесторами, это средние и мелкие предприниматели. Это люди, которые имеют определенный инвестиционный излишек и готовы этот инвестиционный излишек инвестировать в финансовые рынки. Вы какие-то гарантии людям предоставляете или нет? Отличный вопрос. Безусловно, мы предоставляем гарантии в следующем виде. Мы обсуждаем с нашими клиентами предел риска или порог риска, так называемый. Исходя из этого порога риска, мы выстраиваем инвестиционные ожидания по доходности. Дальше. Когда мы обсудили достаточно детально инвестиционную стратегию с клиентом, мы подписываем договор. В договоре мы прописываем, что берем на себя обязательства по возврату средств, скажем так, если происходит там потери на финансовых рынках. Потому что мы, собственно говоря, управляем капиталом. То есть вот такие гарантии. Если я вложу $1000, сколько приблизительно я буду иметь доходы? Отличный вопрос. Смотрите, дело в том, что в нашем фонде минимальный вход $5000, либо половина биткоина. Вот, соответственно, рассчитывая пропорцию доходности, мы не ориентируем людей на космос, мы не ориентируем людей на большие иксы, так как мы сотрудничаем с достаточно... когда у клиента четверть миллиона долларов или полмиллиона долларов, он не хочет 3 икса, он хочет 48% в год и процент выше банковского при минимальном риске. Соответственно, то, на что я могу вас ориентировать, это 48% годовых. При риске, при соответствующем пороге риска, предел риска 20%. То есть, грубо говоря, если даже там, понятное дело, если рынок будет благоприятен, там биткоин будет расти, все будет расти, да, то тогда получится большая доходность. Но если там тренд будет переломным или флетовым, вот как сейчас, да, то есть на растущем рынке любой человек может зарабатывать, скажем так. Даже мой брат, 15-летний, и тот умудрился заработать 40% в 2017 году, да. А там, когда тренд меняется, когда тренд становится флетовым, заработать 48%, на мой взгляд, является очень хорошим показателем. Преимущество вашей компании перед другими такими же в этой отрасли? Отличный вопрос, спасибо большое. Ключевым преимуществом нашей компании является то, что мы прямо говорим клиентам о тех возможностях и рисках, которые стоят за данной сферой деятельности. Мы изначально на берегу достаточно детально это обговариваем, прописываем все в инвестиционном соглашении. И, на мой взгляд, вот такая надежность, 12-летний опыт работы с классическими финансовыми рынками создает наше основное ключевое преимущество. Интеллект, я бы так сказал, и опыт. У вас юридическое лицо или нет? Да, конечно. У нас в группе компаний несколько юридических лиц. Первое юридическое лицо – это компания, которая зарегистрирована в Великобритании, в UK. Она выступает платежным гарантом по отношению к нашим клиентам. И есть основной фонд, который зарегистрирован в нерегулируемой зоне Сент-Винсент и Гренадины. Спасибо.